На сегодняшний день в кружках спортивно-оздоровительного комплекса «Велес» помимо 130 мальчишек-боксеров занимается столько же гимнастов. На собрании юные спортсмены и их родители познакомились со своими наставниками. Идея того, чтобы мы встретились, прежде всего, конечно же, познакомиться с родителями, чтобы они поняли, что это есть такое, что за идея нами двигала, когда мы строили спортивный комплекс, чего мы хотим добиться, какие у нас интересы, как у тех людей, которые предоставляют возможность детям ходить заниматься. Отдельной темой мероприятия стал разговор о борьбе с наркоманией. Так называемые спайсы распространяются среди молодежи с невероятной скоростью. И, как показывает практика, зависимость от этого наркотика сложно поддается лечению. Лекторы рассказали родителям о последствиях употребления этих веществ. Этот химический наркотик, с какой скоростью он распространяется, какими способами. Это на самом деле бич, самый настоящий. И как четкое понимание того, что лечить потом поздно, когда ребенок, либо юноша, либо уже взрослый человек втянулся в эту болезнь, это уже поздно. Лучше всего подстраховать. Взрослых эта тема затронула глубоко, никто не остался равнодушным. Меня волнует судьба моего ребенка, и хотелось бы узнавать больше, чем они тут занимаются. Также сегодня полезная лекция о наркотиках, о том, что нужно предупреждать. Лариса Драгункина, Никита Мухин, Лидия Кагородцева, информационное агентство «Курган.ру».